Молодежная весна 2018 расцвела окружными талантами. В Нарьян-Маре в эти дни проходит один из самых популярных фестивалей Ненецкого округа. Он уже 16-й год собирает творческих юношей и девушек, а также лучшие коллективы со всего Заполярного региона. Это конкурс одаренных, амбициозных, молодых музыкантов, танцоров, чтецов и певцов. В этом смогла убедиться наша съемочная группа. Настроиться, самое главное, ну и раскрыть себя полностью, потому что мы выходим, ведь нам дают всего один шанс, и что можем, то и показываем. И этот шанс они постараются использовать по полной. Идут последние минуты перед выступлением на региональном конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», который организаторы Дворца культуры «Арктика» в этом году решили провести в рамках «Молодежной весны». За кулисами Анастасия Шатровская, руководителя ансамбля песни «Северная звезда» из села Великовисочная, хоть и сама волнуется, но улыбкой и добрым словом старается поддержать девчонок из своего коллектива, которые среди других конкурсанток выделяются оригинальными концертными нарядами. Идея была, у меня пришла, когда я посмотрела костюм Николая Терюхина, это архангельского модельера, и за основу взяла вот и его эскиз, и вот мы сделали такие. Настя, вы сами откуда из Петербурга? Да, я родилась, выросла там, потом уехала учиться, закончила архангельский музыкальный колледж и вернулась обратно в родное село. Работать. Никто не возвращается, почему вернулась? Потому что... Как говорят, если ты в своем краю счастье не найдешь, то в чужом его искать не надо. Я решила попробовать начать свои первые шаги именно оттуда, откуда они были сделаны. Сегодня творческие шаги на главной окружной сцене Анастасия сделает вместе со своим коллективом, исполнив песни «Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар» и «Не для тебя». Не для тебя придет весна, застой роняться соберет. По условиям конкурса патриотической песни нужно было исполнить два разнохарактерных произведения – военное и песню о родном крае. Конкурс проводился в номинациях «Вокальный ансамбль», «Хор» и «Вокал соло». Кстати, солисты порадовали жюри конкурса разнообразными жанрами исполнения. Со сцены прозвучали народные, эстрадные, джазовые и классические произведения. Роман Габдульбаров – один из конкурсантов номинации «Вокал соло». Говорит, очень долго подбирал репертуар для выступления. Я долго искал песню патриотическую и все-таки нашел, которая легла мне на душу, и с которой можно было исполнить, показать свои данные, показать все душевно, показать зрителю свои эмоции, а также раскрыться в песне. Но я как бы считаю, что нужно проводить такие конкурсы даже не раз в год, а два раза в год как минимум, для того, чтобы молодежь осознавала, что нужно любить свою родину, гордиться за нее. Конкурс патриотической песни в рамках «Молодежной весны» не просто шанс заявить о себе на местном уровне, но и на всероссийском. Ведь это региональный отборочный тур Дельфийских игр. В этом году он будет проводиться во Владивостоке. Кроме победителей конкурса, исполнителей «Я люблю тебя, Россия», туда отправятся и победители «Молодежной весны» в номинации «Художественное слово», «Хореография», «Театр». Имена лучших назовут уже завтра на галоконцерте Творца культуры «Арктика». Любовь Пермякова, Антон Водряков, телеканал «Север».